Эстафета огня зимней универсиады добралась до Казани. Всемирные студенческие игры пройдут в Красноярске уже в марте, а до этого главный их символ – побывает в 30 крупнейших городах страны. 9 ноября Казанский федеральный университет встретил огонь Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Все желающие смогли сфотографироваться с огнем предстоящих игр. Беговой этап эстафеты огня универсиады 2019 стартовал 10 ноября в Казани от Дворца земледельцев. 24 факелоносца пробежали маршрут протяженностью 2500 метров. Он прошел по центральным улицам мимо главных достопримечательностей города, в том числе Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф. Среди участников министр молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов, трехкратный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике, двукратный чемпион Европы Олег Чен, а также студенты Казанского федерального университета. Очень рада, что это случилось, потому что на универсиаде в Казани я выступала просто на одном из этапов в районе. На олимпиаде на эстафете я была волонтером и вот наконец-то доросла до факелоносца. Почему я побежала последний, я не знаю, только догадываюсь, потому что я студент Казанского федерального университета и прям около главного здания. Это такой и для меня исторический момент, я думаю, и для университета тоже. Этот год особо выдался для меня. Я стала победителем республиканского этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Классный руководитель». Я думаю, что это связано с тем, что я сегодня была причастна к такому великому событию. Этот огонь зажгли 20 сентября в Италии, в Турине, на родине самой первой в истории универсиады. А вот теперь Казань и площадь, установленная возле главного здания Казанского федерального университета. Участие в торжественном зажжении огня принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, губернатор Красноярского края Александр Ус, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и мэр Казани Ильсур Метшин. Сегодня знаменательные события для нашего города. Мы принимаем эстафету огня. И сегодня нам очень приятно, что мой коллега губернатор находится здесь со своей командой. И вы, несмотря на эту температуру, вместе с нами. Все ждут от соревнований чего-то необычного, яркого и запоминающегося. К этому приучили на летней универсиаде в Казани в 2013 году, на олимпиаде в Сочи и, конечно, на чемпионате мира по футболу. Казань для нас не просто остановка. Это совершенно особый город. Благодаря тому, что летняя универсиада была проведена здесь на самом высоком, по-настоящему международном уровне, стало возможным и решение о проведении зимней, первой в России зимней универсиады в городе Красноярске. Примечательно, что гимн зимней универсиады 2019, который прозвучит в городах Приволжского округа, исполнилась студентка Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Ирина Назарова. Ожидается, что именно она исполнит этот гимн на открытии зимней универсиады 2019. Впереди еще два десятка городов России, ну а финиш прямо накануне открытия универсиады 1 марта в Красноярске. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.